Студенты кафедры «Отечественная и зарубежная история» посетили Государственный исторический музей Южного Урала. Будущих историков встретил директор музея Владимир Богдановский. Он подробно рассказал о направлениях деятельности и особенностях музея, поведал о возможностях трудоустройства и объяснил, какие профессиональные навыки востребованы сегодня. Достаточно много компьютерных программ. Это надо, необходимо сегодня. Каждый сотрудник, у нас должен обладать в совершенстве знать несколько программ, как минимум, может быть, десяток, хорошо. Потому что это все нужно при конструировании каких-то экспозиций, при разработке каких-то программ, при дизайн-обработке каких-то показательных или каких-то стендов, планшетов и так далее. Для того, что мы показываем людям. Вот я в этом смысле. Вот. Поэтому нам все нужно. И если еще при этом человек поет, еще танцует. И это вообще здорово. Государственный исторический музей Южного Урала отличается большим количеством творческих и интересных проектов. Ведь чтобы привлечь внимание современных посетителей, требуется организовать новый формат работы в музее. Это уже не просто обычные выставки и экскурсии, а тщательно спланированные мастер-классы, творческие выступления в историческом контексте, высокий уровень интерактивности. При этом, как подчеркивает заведующая кафедрой отечественной и зарубежной истории Ольга Никонова, среди молодежи интерес к истории растет. Среди студентов, которые к нам приходят, я постоянно встречаю людей, которым не все равно. Которым не все равно, каким будет город, которым не все равно, как проводить свое свободное время, которым не все равно, что про их дедушек, бабушек забудут, которым не все равно, идти 9 мая на Парад Победы или не идти 9 мая на Парад Победы. То есть это новое поколение, которое вдруг стало понимать, что история – это не просто скучный рассказ из книжки, что история – это достаточно живая вещь, которую делают люди. Студенты могли ознакомиться не только с выставочными проектами музея, но и попасть в фондохранилище, вход в которое закрыт для обычного посетителя. Так ребята смогли узнать об организации выставок, хранении экспонатов и других нюансах работы в музее. Музей делает все, чтобы привлечь абитуриентов, привлечь к истории, делать надо через историков, то есть через тех людей, которые действительно по профессии могут здесь работать. Они действительно заинтересованы уже. Благодаря подобным мероприятиям студенты могут изнутри посмотреть на деятельность работников музея. Тех, кто окажется заинтересован, музей с радостью примет на практику с возможностью дальнейшего трудоустройства.